Пал Пап Курки фильм представляет. Ай, рвет все в Катманду. Ну это, короче, все русские после Непала так матерятся. Перед вами Непал, страна Шамбала. Кому дала, кому не дала. Мы про ответы на жизнь и вопрос. Кто нас не понял, тот в натуре эскимос. Непал — это как слоновья матка. Большая такая толстая загадка. Там, где близко к земле небеса, происходят самые разные чудеса. Кругом демоны и всякие страхи. Короче, живут там одни монахи. Кругом обряды и заклинания. От импотенции, волос и выпадания. Все на медитациях или шизофрении. Оно и понятно, попробуй-ка в Шамбале поживи. Все на понтах, мужики красят рожи. Бабы все на загорелых поросят похожи. Все типа нищие, не пить, не есть. Но, блин, в каждой хибаре спутниковая тарелка есть. Русские с хохлами приехали от пресыщения хапнуть новые острые ощущения. Известный спортсмен и человек, самый скромный парень Захаров Олег. В Непале был уже 8 раз, может, 9-й просветление даст. Там такие контрасты, там такие, блин, аборигены. От Рокфеллера до крокодила Гены. Столица Непала, название Катманду. Вот я лично туда никогда не пойду. Все улыбаются, типа очень рады. Ждут от туристов доллары гады. Соками свежими всегда напоят. Но, блин, традиция, руки не моют. Соки вкусные, супер, гипер. Но можно подхватить обезьяний трипер. Короче, русские и украинские спортсмены приехали в это самое местечко, чтобы сплавиться по самой бурной речке. Ну, типа рекорды там и ощущения. Захаров в надежде на просветление. Гида взяли местного, зовут Такман. По-ихнему, значит, самый умный банан. Забавы у местных детишек старинные. Типа Чапаев, но стол с кокаином. За бабки решается любой вопрос. Лечение геморроя, псориаза и частный извоз. Дорога до речки длинная, разная. Погода, как и житуха, в хлам безобразная. Короче, ливнем дорогу размыло. Был камень и глина, а стало мыло. Но у Захарова в жизни были потруднее странички. А это так, мелочь, бараньи яички. Не гуляй, не пали, не гуляй. Не гуляй, не пали, не гуляй. Вечером пили какую-то дрянь, по-ихнему чанг, а для них как вискарь. Джек с одного лишь стаканенка песню заблеял про одинокого мамонтенка. С утра автобусов нет, а такси не работает, поэтому туристы все по-любому пехом топают. Отели беззвездочные, не французские, но кормят в принципе сытно и вкусно. Тут же полемика и разные дебаты, а надо ли дальше топать, ребята? Захаров старший в позе лотос сидел, молча как Будда слушал, глядел, делал выводы, принимал решения и ждал скорейшего просветления. С утра опять жопа, ну в смысле дорога, чё её показывать, покажем так чуть-чуть немного. По дороге у источника решили помыться, а то уже жестко пахнут яйца. Местный кулибин в камень кран замуровал, я б ему за такую конструкцию сразу голову оторвал. Суперкай! Пусть я умру дома, но не здесь. Фух. По дороге местные все на мосты говорят. Наши думают это здрасте, они так с улыбкой всех туристов матерят. Васю местные детишки замазали, растащился аж. Пацаны укоряют, но он отмазался типа массаж. Короче, 18 век кругом, все только вручную, пешком, бегом. В последнем лагере козла мочканули и съели. Сразу все дружно повеселели. Едим, пьем! А чё, мясо оно хоть и не шоколад, но мясо-то каждый голодный рад. Флаги развесили, типа вот они мы. Лучшие русские украинские умы. Не гламурные, не блестящие, но спортсмены-экстремалы-то в натуре настоящие. Не гуляй, не пали, не гуляй. Не гуляй, не пали, не гуляй. Не гуляй, не пали, не гуляй. И
теперь, короче, начинается серия вторая. Фильм ужасов этого самого безумного края. Вот сейчас начинается самая тема. Сплав по речке. Большая проблема. Я говорил уже, Непал загадка, слоновья матка. А если он матка, то это речка, типа самая бурная течка. Погода жопа, по кадрам и лицам видно, но спортсменам пофигу, очевидно. Все готовятся сплавиться снова. Вроде рекорды, медали, да, но как-то очково. Тут без комментариев Джек всех зрителей пугает. Арун самой страшной речкой называет. Гиды припахали, бублик накачивать. А чё просто так гонорары выплачивать? Решили использовать на полную катушку. Пускай потеет от пяток по самую макушку. Вот он, бублик, маслом, картина. По-английски написано: Россия, Непал, Украина. Серега с Джеком, экипаж номер 100. Каждому по полтиннику. Дожили, повезло. Олег с моста рукой машет православным. Ему-то кайфово, он самый главный. Аборигены на мосту стоят, не страдают. Все уже в курсе, все шоу ожидают. Каякеры самые первые, как водогреев. Хоп-хоп с водопадиков, поскорее. Один нырнул, другой нырнул. Слава богу, никто не утонул. Но парни затеяли продолжение. А то что-то как-то нырки беспонтовые ощущения. Вася с Лехой давай сплавляться. Не рекордов ради, не ради славы. Просто у спортсменов такие забавы. Леха закрутила, чуть не сдох, но Леха опытный, Леха не лох. Выплыл Леха, каяк как скафандр. Леха, в натуре ты ихтиандр. Короче, позабавились и пошли готовить оборудование. А то что-то как-то неловко. Парни стараются, собираются, а у них беспонтовка. Местные зырят, вот это да. Оно и понятно, они такого не видели никогда. Короче, работа прет полным ходом. Всем скорее на воду охота. Олег пузырь вискаря демонстрирует. Это он так всегда медитирует. Надо же будет усилить ощущение, если вдруг бамс и накроет просветление. Все, короче, готово, потащили бублик вниз, все стараются. Вот сейчас оно самое страшное и начинается. Смотрите, зрители, кино для вас. Сплав по Аруну, Кузбасс, Донбасс. Слабонервные от экранов сразу уходите. Ну или это там, Том и Джерри мультики смотрите. Местные сразу рванули на мост. Хотите шоу? Говно вопрос. У всех флажочки, в Непале традиция. Нашим лучше напиться всегда, а у них флажочки с молитвами помолиться. Радуются, как дети, местные зрители. Они как папуасы, белых-то не видели. Некоторые грустные на мосту тусуются. Нормальные люди, за наших волнуются. Олег перед отплытием принял чего-то. Ему вдруг потанцевать стало охота. Танцует он, конечно, не славно, но ему-то пофигу, он самый главный. Джек что-то базарит, но вода шумит не слыхать. Тем тогда давай картинки рисовать. Типа план сплава. А какой в жопу план? Речка одна, смотри на экран. Все, короче, началось. Речка бурная, крутит бублики поперек и повдоль. Сдохнуть все шансы, а выжить ноль. Ну вы и сами, короче, все видите. Тут что комментировать, стараться. Если не утонешь, то легко можно от страха обосраться. Никому не ссать! Нос на вал! Каякеры в натуре самые смелые, героичнее нет. На бублике-то можно еще выплыть, а на каяке нет. Ладно, речка бурная, водовороты, бочки, сливы. Там еще и камни огромные. Это не цветочки, а ягодки. И покрупнее, чем вишни и сливы. На такой речке так об камень шарахнуть может. Там и шлемак ни хрена не поможет. Они экстремалы, народ беспечный. Вот он в натуре об камень шмякнешься, шизофрения обеспечена. Не гуляй, Непале, не гуляй. Не гуляй, Непале, не гуляй.